кушетка, тахта, банкетка, кресло и диван – все это предметы мебели, имеющие мягкий элемент. И если всего 30 лет назад считалось престижным ставить в доме импортную мягкую мебель, то сейчас модно и выгодно покупать отечественную. Прямо сейчас мы расскажем о том, как в Казахстане делают диваны. Добро пожаловать на мебельную фабрику в Уральске. Производство мебели – это трудоемкий и довольно-таки сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. Сначала создается и утверждается рабочий эскиз изделия. Затем изготавливаются основные детали для каркаса мебели. Они могут быть из массива дерева или его заменителей ДСП и МДФ. Благодаря современному оборудованию сегодня производство мебели максимально автоматизировано. Сначала детали вырезаются с точностью до миллиметра на специальных станках. Затем сушатся при определенной температуре. Этап сушки длится от 3 до 8 часов в зависимости от используемого материала. Далее выполняется декоративная вырезка узоров на панелях. Всего бывает от 10 до полусотни различных деталей для самых эксклюзивных моделей мягкой мебели. Готовые изделия отправляются на сборку. Здесь главное – точность стыковки деталей, наличие всех необходимых отверстий, соответствие размеров и комплектаций. Каркас собран. Теперь его нужно обшить, чтобы диван был не только мягким, но еще и удобным и красивым. Каркас мягкой мебели, как правило, состоит из фанеры, пиломатериалов, бруса и реек. Иногда вместо последних используют каркасную сетку. Весь каркас необходимо обклеить поролоном, чтобы изделие приняло обтекаемые формы. Кстати, раньше вместо поролона использовался конский волос, баранья шерсть и даже птичьи перья. Мебель принимает мягкие очертания, в другом цехе раскраивают ткань для обивки и синтепон по заранее составленным лекалам. Это и есть будущий чехол – обивка мебели. Обивка может быть сделана из кожи, меха, бархата, велюра, гобелена, то есть совершенно разного качества и цветовых гамм в зависимости от вкусов и предпочтений потребителя. Финальная стадия – это окончательная сборка мягкой мебели. Каркас обивают тканью и выполняется декоративная отделка. Устанавливаются и все выдвижные механизмы. И вот новый диван готов. Сэндвич-панель – это строительный материал, имеющий трехслойную структуру, состоящую из двух листов жесткого материала и слоя утеплителя между ними. Каркас, когда-то совершивший революцию в строительной отрасли, сегодня активно используется в возведении многих казахстанских объектов. Смотрите в следующем выпуске программы «Как собираются трехслойные панели».